Верному сыну нашего Отечества в третьей школе открыта мемориальная доска Андрею Симаченко, погибшему на Донбассе. Смирно! В траурном митинге приняли участие родные и близкие погибшего героя, школьники и его педагоги. Своего выпускника учителя вспоминают как доброго и порядочного человека, который, когда позвала Родина, сразу откликнулся и с честью выполнил свой воинский долг. Страшная война опалила своим крылом и нашу школу. Ушел на фронт, воевал, освобождал Донбасс, детей, стариков. Наш ученик Андрюша Симаченко. Это хороший мальчишка, о котором я вспоминаю только самое лучшее. Воспитанный, спокойный, веселый, всегда с улыбкой на лице. И вот жизнь его оборвалась. Она была очень короткой, но в народе говорят, не важно, сколько прожито. Важно как. И вот сегодня мы видим, как прожил эту жизнь Андрюша. Большое спасибо родителям. Низкий вам поклон от всего школьного коллектива, от нас всех. Дай Бог вам здоровья пережить эту утрату. Но что поделать? Война есть война. Я считаю, что мы должны помнить подвиг Андрюши. И вот эта мемориальная доска, которая сегодня будет открыта здесь, будет всегда напоминать нашим ученикам о подвиге, о мужестве русского воина, русского солдата, ученика нашей школы Андрюши Симаченко. Почтить память героя на митинг пришли его друзья, боевые товарищи. Андрей погиб, освобождая Донбасс от возродившегося фашизма и награжден нагрудным знаком «Доброволец Донбасса». Его память, а также память всех ребят, кто погиб, исполняя свой воинский долг, почтили минутой молчания. Право открыть мемориальную доску Андрею Симаченко было предоставлено его родным. Светлая память нашему земляку. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, так бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на нет. Сверху прощай.